Очень трудно наблюдать за ним на красном фоне. Сбивается прицел. Поэтому понаблюдаем так. Как вылупившийся только минут 5-10 назад бражник табачный расправляет крылья. Жаль, штатив у меня не для того, чтобы подержать телефон, поэтому придется держать ручками. Выбрал себе достаточно яркое место для того, чтобы потратить силы на расправление крылышек. Процесс этот будет явно долгим. Ну, не то чтобы совсем долгим, но, по крайней мере, потребует несколько минут. Но уже можно сравнить за буквально 2 минуты. Есть значительная разница. Как довольно быстро. Хотя для человека это целая вечность. Вот чисто так наблюдать.
как быстро внешне изменяются пропорции брюшка и крыльев. Восемь минут, как минимум, этот процесс занимает. Посмотрим, когда он начнет ими активно шевелить и сложит. Уже почти выпрямил. Вот такое у нас чудовище.
Большое получится видео, хоть и крайне скучное. Но, тем не менее, это природа. Не все же у нее будет быстро. Сейчас ожидаем, когда он наконец сложит крылья. Значит, что они будут готовы. Либо вспорхнет на них и попытается улететь с нынешней веточки куда-нибудь еще. Крылья почти распущены, осталось их только выровнять. Говорят, табачные баражники умеют пищать в случае опасности или в случае еще чего. Терпение мне додержать до конца мобильный, до конца этого чудесного перевоплощения. Немного создаю дыханием бриз.
Судя по всему, брюшко втянулось, крылья расправились. Интересно, у меня на мобильнике закончится раньше место? Или он взлетит? Похоже, расправить крылья по сравнению с тем, чтобы они окрепли, это довольно немного времени.
Крепко держится. До того чебурахтался. Каждые 2 минуты сваливался с простыни, с пледика. Интересно, дождусь я или нет.